Всем привет! В этом видео я хочу сделать для вас очень красивый и яркий макияж с палеточкой Зоева. Заранее хочу извиниться за звук, так как я забыла включить микрофон, и поэтому звук записываю отдельно. Итак, давайте начнем. Начинаю я, как обычно, с основы под тени. В качестве основы я использую тени Color Tattoo в 91 оттенке. Наношу на все веко. Теперь в уголочек глаз и под бровь я буду наносить белый матовый оттенок. На яблочко глаза, на все подвижное веко, я наношу светло-зеленый перламутровый оттенок, очень красивый. Этот же оттеночек я наношу на нижнее веко. Теперь ярко-синим оттенком я выделю внешний уголочек глаза. Этот же оттеночек я наношу на нижнее веко, тоже в уголочек, до середины глаза. Теперь фиолетовым перламутровым оттенком я растушу границу между зеленым и ярко-синим. Теперь я добавлю еще зеленого оттенка на тушевку. Этим же фиолетовым оттенком, перламутровым, я растушую границу между синим оттенком и светлым под бровью.
Делаю это пушистой растушевочной кистью. Также растушевываю тени на нижнем веке. Теперь я нанесу перламутр в 26 оттенке под бровь и в уголочек глаза. Также захожу на растушевку фиолетового оттенка, так растушевка будет очень мягкой и плавной. Теперь я нарисую стрелки. Накрашу ресницы, и в уголочке глаз я также наклею накладные ресницы. Вот такой макияж у меня получился. Если он вам понравился, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!